Вопросы, если они у вас есть. Мистер Карлайл сейчас пройдет и соберет карточки и конверты. Напишите свой вопрос и имя на карточке и положите в конверт. В чужие чур не подглядывать. Спасибо. Я не наделила шестым чувством. Способностью устанавливать связь с высшими силами. Благодарю за конверты, мистер Карлайл. Так, Абигейл, записывай. Где мел? Я здесь, Абигейл. Умею ли я варить зелье? Друзья мои, в моем арсенале имеется только веселящее зелье. Чистый спирт! Ничего лишнего. Тревожится о матери. Да. Пойду, пока не хватились. Итак, все карточки. Ты понял? Я знаю, знаю. Вопросы улетели в высшие миры. Я их не касалась и не читала. Мне не нужно. Ведь я уже знаю, что... Вот, ну-ка, читай, Зиня. Некая женщина тревожится о матери. Моя мама поправится. Амулет не желаете? Бит в стельку. Я к нему. Погодите, я вижу букву. Да, буква А. Это я. Абигейл, вас ведь так зовут? У вас несколько братьев или сестер, так ведь? Нет, не так, мэм. Только сестра. Мой брат скончался. А, вижу. Вижу его. Вот что меня сбило. Ваш брат стоит рядом в эту самую минуту. Его рука на вашем плече. Чувствуете? Да. Я что-то почувствовала. Меня коснулись. Неужели он? Гарри.